Что такое ферула? Это род крупных однолетних травянистых растений, достигающих высоту 3 метров, а иногда и более. Виды этого рода встречаются в Средиземноморье, Казахстане и Средней Азии. Ферула – родственник хорошо всем знакомого укропа, хотя больше похоже скорее на борщевика, родственником которого она тоже является. Это растение семейства зонтичные. Название ферула переводится с латыни как пруд, лоза, розга. Из стеблей этого растения действительно делали розги, которыми в античных и средневековых школах били по ладоням нерадивых учеников. В настоящее время ферула используется как лекарственное растение широкого спектра действия. Лечебными свойствами обладают в основном ее корни, а сочные стебли ферулы в Туркмении употребляют в пищу.